Соревнования в велоспорте жесткие, но справедливые. Дипломный занял, можете последнее место. Овчаренко, Невидомская Овчаренко. Итак, остался один. Последний финиш. Итак, к финишу стремится победитель заезда, кандидат мастера спорта, сборница Крыма Невидомская Елена и кандидат сборной Украины. Кстати, все три девочки кандидаты в сборную Украины. И они... И домино. Вообще как на тренировку. Не, ну специально. Ах ты подмазался. Ой, хоть бы вот так сделал. Деда. Ну позже. Ой, Зайц, привет там, привет. Кстати, он в этом году второе место в городе занял по своей возрастной группе. Среди девочек первое место заняла Невидомская Елена. На середину. Товарищ директор Балаковского рудоуправления, участники фотографии Балаковского рудоуправления, посвященного Дню Металлурга, для приветствия закрытия построили. Докладывал судья национальной категории заслуженный тренер Украины Подольск. Я от всей души поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником Днем Металлурга. И хотел бы, чтобы наша спартакиада Балаклавского рудоуправления была традиционной. Я очень признателен начальникам СФО, которые проявили активность все в участии в нашей спартакиаде. Я хотел бы в канун нашего праздника пожелать вам счастья, здоровья, благополучия на спортивных площадках, в трудовой деятельности и в личной жизни. С праздником вас! Активность Жилдерцеха. Особую активность, особую благодарность. Отмечается также хорошая дисциплина и явка на соревновании. Не будем говорить сегодня о плохом, у нас сегодня хорошее настроение. Награждение проводит
директор Балаковского рудоуправления Вячеслав Иванович Горбатов. Первое место награждается дипломом первой степени ЖКО «Детский сад по футболу». Детские сады. Мяч и гвоздики вам. Приятно. Тоже награждается мяч. Прекрасная гвоздика. Третье место награждается «Жилнартрек». Хорошая команда, но немножко не потренировались. Тренируйтесь. Соревнования
Кириенко Антон Иванович поднял Киев весь раз. На втором месте Голдерфек. На третьем месте БКПР. По соревнованиях папа, мама и я, спортивная семья, первое место заняла команда «Жилдарцев». Thank you.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
пошел. Thank you.
Победитель между...
международных турниров Катигус. Сергей, пожалуйста, покажитесь нам. Поаплодируем, дорогие друзья. Абузов Александр, 78 года, 75 килограмм. Мастер спорта, 124 боя, 118 побед. Победитель молодежных первенств Украины. Призер чемпионата таранов. Сейчас привезут сюда новую, а потом, как только закончится торжество, они перенесут туда, чтобы подписывать по ней, потому что там это мучение. Она будет скорой. Перо! Дай попить! Thank you.
Ольга Ира, Елене Зипчук, 13 лет. Елена представляет... призер чемпионата Украины в групповых упражнениях. Упражнение гимнастики проходит в закрытых залах, где недопустим ветер, поэтому с лентой выступать очень сложно. Писецкая Катюша покажет нам с вами упражнение с обручем. Ранее под эту музыку выступала знаменитая Катя Серебрянская, теперь преемница Кати, тоже Катюша, продолжает нести стиль Кати и ее элегантность всему миру. Катюша... Олеся Ткаченко. Педагоги упорно работают с Олесей. И не зря. Сейчас Олеся вернулась из Греции, где произвела фурор для всех международных судей. Девочки Олеся Ткаченко и Ирина Кодес – это девочки с трудной судьбой. Им не всегда удается прорваться в сборную команду. Thank you.
Упражнение «Бег предмета» Олеся Ткаченко. Понимаем, что вам нельзя кушать пироги, но сегодня праздник, сегодня все можно. В День металлурга мы дарим вам вот такие вкусные пироги, хоть по кусочечку маленькому, чтобы вы почувствовали праздник. Спасибо вам огромное, аплодисменты, дорогие зрители, за подаренное нам прекрасное эстетическое удовольствие.
Мы приглашаем всех сегодня на стадион на праздник День Металлурга. Сегодня в программе праздника. Наши горняки. Сегодня, от старой доброй традиции, мы снова все вместе здесь, на этом прекрасном стадионе, который построен руками прославленных металлургов. Гордое имя твое! Thank you.
сегодня наше предприятие празднует свой профессиональный праздник. И поздравить нас с этим праздником приехали председатель Севастопольской государственной администрации Женко Леонид Михайлович. Дорогие металлурги, мне сегодня очень приятно и волнительно находиться на этой трибуне в силу различных причин. Хочу сказать, что мы сегодня закончили очень серьезный и очень плодотворный рабочий день, когда проходил визит в город Севастополь двух премьер-министров. Это премьер-министр России или представитель правительства России Степашин Сергей Владимирович и премьер-министр Украины Пустовотенко Валерий Павлович, на котором были достигнуты очень серьезные подвижки в сторону улучшения взаимопонимания между нашими народами, между нашими государствами, где была, наверное, впервые объективно дана оценка нашим взаимоотношениям. Сказано, что нам мешает сегодня двигаться вперед. И вот в этот день, когда на уровне, на самом высоком государственном уровне проходили переговоры, еще у нас совпало с нашим профессиональным праздником балаклавцев, с Днем Металлурга. Поэтому разрешите мне поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Пожелать вам добра, здоровья, счастья, удачи. Мне очень приятно, что возрождаются наши трудовые традиции, что сегодня впервые государство Украина имеет положительный баланс по росту промышленного производства за первое полугодие в отношении полугодия прошлого года. Это достигнуто впервые за все годы независимости. Мне приятно сегодня вам сказать, что город Севастополь имеет также сегодня положительный баланс в росте промышленного производства за первое полугодие. Я думаю, что в этом громадная заслуга коллектива Балаклавского родоуправления, который представляете сегодня вы. И в частности, я думаю, что заслуга его директора Вячеслава Ивановича Горбатова. Мне приятно осознавать, что несмотря ни на какие пессимистические прогнозы, мы все-таки поднимаемся с колен, мы доказываем делом, что мы способны сегодня работать, что мы способны сегодня жить, что мы способны с вами организовать жизнь таким образом, чтобы завтра она была лучше, чем сегодня. Мне приятно осознавать, что сегодня возвращаются традиции по тому, чтобы человек труда действительно гордился своим высоким званием. Я хотел бы отметить тех людей, которые являются сегодня образцом в Балаклавском родоуправлении. Это машинист экскаватора Горелов Виктор Михайлович, машинист бульдозера Ковалев Евгений Иванович, прошу прощения, машинист бурового станка, взрывник Парамонов Валентин Николаевич, машинист насосной установки Кузнецов Павел Олегович, машинист конвейера Максимец Татьяна Гаврилова, токарь Блажевская Ольга Ивановна, грузчик железнодорожных вагонов Проторовский Василий Александрович, электромонтер Дмитриев Александр Иванович, водитель БелАЗа Шаповалов Федор Андреевич, воспитатель детского сада Семина Светлана Васильевна. Я уверен, что мы возродим с вами все наши трудовые традиции. И человек труда будет занимать ту достойную ступень в нашем обществе, которую он обязан занимать. Он должен гордо носить свое звание человека труда. Я думаю, что мы с вами немножечко в последнее время стали заполитизированными, увлеклись политическими дебатами. А я считаю, что главная задача – это сегодня упорно работать для того, чтобы завтра жить лучше. Чтобы вот триада, о которой мы часто говорим, это свобода, выбор и ответственность,
она была сегодня в полной мере использована. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день многие не чувствуют ту меру ответственности, которая возложена на нас. Я сегодня хочу пожелать всем нашим балаклавцам, чтобы вы возродили славные традиции балаклавского трудоуправления, а вы имеете сегодня все шансы, потому что показатели последних месяцев говорят сами за себя, чтобы балаклавское трудоуправление снова было флагманом индустрии не только в Балаклавском районе, но и в городе Севастополе. Об этом мы всем сказали вот в этом поздравительном адресе. Я с удовольствием вручаю его директору Балаклавского управления Вячеславу Ильичу Горбатову. А вас еще раз поздравляю с праздником. Счастья вам, здоровья и удачи. Слово для поздравления предоставляется заместителю председателя городского совета Арчеву Валентину Викторовичу. И металлурги, от имени городского совета я поздравляю вас с этой знаменательной датой, с этим трудовым праздником. И я хочу вам сказать, уважаемые товарищи, ведь вы понимаете, что металлургия – это одна из ведущих отраслей народного хозяйства. Хотим мы этого или не хотим, но мы прекрасно понимаем, что даже в социальное благо без вилки, без ложки, без тарелки мы же обойтись не можем. А это металлургия. Мы не можем передвигаться, потому что и автобусы, и троллейбусы, и самолеты – это тоже металлургия. Я уже не буду говорить о том, что даже то, что создает наше государство, то, что охраняет ее, и то, что делает его независимым, это оборона, это тоже металлургия. Уважаемые товарищи, я хочу вам сказать, что сегодня это большой праздник не только для балаклавцев, но это большой праздник и для всех металлургов города Севастополя. А таких организаций у нас много в городе. И они все приветствуют вас с этим замечательным праздником. Я хочу вам сказать, уважаемые товарищи, чтобы не повторяться. Я желаю вам добра, я желаю вам здоровья, я желаю успеха в вашем семейном деле. Но самое главное, уважаемые товарищи, вы прекрасно понимаете, что это будет тогда, когда будет постоянный, честный труд, повседневный на любых предприятиях. И когда за этот труд будет полноценная, должная этому труду заработная плата. В этом ваше благосостояние и наша с вами жизнь и будущая победа. Спасибо вам. Слово для приветствия. Дорогие балаклавцы, дорогие наши горняки, сегодня действительно в Балаклаве большой и замечательный праздник. День металлурга. Сегодня праздник необычный. Я хотел сказать, что сегодня в Балаклаве действительно необычно праздничное настроение. И я думаю, что сегодня все, кто присутствует на этом празднике, а столько давно людей нам не удавалось видеть на наших балаклавских мероприятиях, официальных и неофициальных, говорит о том, что сегодня люди пришли по зову души. Я сегодня некоторое время с Вячеславом стоял и смотрел, но буквально все работники родоуправления всех поколений, кто желал, пришли сюда. И просто все балаклавцы, и врачи, и учителя, и балаклавская интеллигенция, все сегодня пришли поучаствовать и вместе с нашими балаклавскими горняками разделить сегодняшний праздник. И я бы хотел сказать, что сегодня это произошло потому, что чувствуется, что в коллективе рудоуправления начался серьезный в этом году процесс обновления. Об этом говорят результаты работы предприятия за полугодие, о которых уже говорилось. И все настроение в коллективе, весь процесс производства и дисциплина, которая сегодня поднялась на более высокий уровень. Я хотел от имени районной государственной администрации от всей души поздравить вас, дорогие друзья, с вашим праздником профессиональным. Пожелать, чтобы трудовые традиции,
традиции спортивные, традиции культурные. Те традиции, которые за много лет были заложены в этом прославленном коллективе, они как можно быстрее возродились, и они дальше прославляли и несли честь и славу нашей Балаклаве и нашему городу Севастополю. Разрешите мне от имени районной администрации вручить приветственный адрес Вячеславу Ивановичу, директору предприятия, со всеми теми теплыми пожеланиями, которые администрация сегодня выражает коллективу рудоуправления. И мы хотели сегодня, Вячеслав Иванович в честь праздника издал приказ, и многих своих передовых рабочих, сотрудников поощряет в связи с праздником. А мы хотели нескольких товарищей тоже сегодня наградить грамотами районной администрации и небольшими ценными подарками. Награждается грамотой районной администрации Марышев Александр Алексеевич, машинист эскаватора государственного предприятия рудоуправления имени Горького. Воропай Иван Николаевич, водитель государственного предприятия Балаклавское рудоуправление имени Горького, за высокие производственные показатели, активное участие в общественной жизни и в честь Дня Металлурга. И награждается Пучкова Ирина Николаевна, воспитатель детского сада государственного предприятия Балаклавское рудоуправление, за большую работу по воспитанию подрастающих поколений. Это муж получает. С праздником вас, дорогие друзья! Части 4110 Национальной гвардии Украины. От всего сердца поздравляю вас и тружеников вашего предприятия с профессиональным праздником Днем Металлурга. Вы своим нелегким каждодневным трудом не за звания и награды, а за золом сердца вносите весомый вклад в строительство независимой Украины. За время наших дружеских отношений вы своим вниманием и посильной помощью, честностью и ответственностью завоевали заслуженный авторитет у всего личного состава нашей части. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, материального достатка, уверенности в завтрашнем дне, решения всех сложных и ответственных задач, которые стоят перед вашим предприятием. По согласованию с аттестационной комиссией части, учитывая моральные и деловые качества директора предприятия Вячеслава Ивановича Горбатова, а также его физическую выносливость, приказом по части номер 162 отличного состава присваиваем звание почетного гвардейца части с вручением формы. Дорогие балаклавцы, дорогие труженики Балаклавского рудоуправления, сегодня я первый раз вместе с вами встречаю наш профессиональный праздник. Я очень благодарен всем вам за ваш самоотверженный труд, который вы проявили для того, чтобы мы встретили наш профессиональный праздник с хорошими производственными показателями. Я искренне благодарен своим учителям, директору Балаклавского рудоуправления, бывшему Семиглазову Николаю Ивановичу, как своему учителю. Я очень благодарен председателю Балаклавского райисполкома Селивановой Нины Федоровны, которые меня сделали истинным балаклавцем, и я с удовольствием вернулся на балаклавскую землю. Хочу вспомнить тех ветеранов, которые не дошли до этого профессионального праздника. Грошева Алексея Семеновича,
Семиглазова Ивана Родионовича, Шашко Валерия Яковлевича, Семенца Николая Ивановича, которые сделали гордостью Балаклавского рудоуправления не только в городе Севастополе, но на Украине и в бывшем Советском Союзе. В канун праздника я хочу всем вам пожелать счастья, благополучия, здоровья и успехов, чтобы этот праздник в ваших сердцах стал уверенностью в том, что мы трудное время победим и будем встречать праздники так, как этот. Приказ от 14 июля 1999 года о поощрении трудящихся ко дню металлурга за подписью директора Горбатова Вячеслава Ивановича, председателя правкома Пшеничного Вячеслава Николаевича. Приказываю наградить почетной, грамотной и денежной премией в сумме 100 гривен следующих работников рудоуправления. По карьеру: Горелова Виктора Михайловича, машиниста-экскаватора. Ковалева Евгения Ивановича, машиниста буровой установки. Парамонова Валентина Николаевича, взрывника. Заугарова Дмитрия Яковлевича, главного инженера. Кошелева Владимира Степановича, мастера по ремонту оборудования. Подов Максимец Татьяну Гавриловну, машиниста конвейера. Лисовского Виктора Михайловича, грохотовщика. Лизнева Иосифа Дмитриевича, слесаря по ремонту оборудования. Воробьеву Татьяну Георгиевну, машиниста конвейера. По РМУ Ломова Николая Максимовича, слесаря-ремонтника. По ТДС Кротова Вячеслава Федоровича, электромонтера линейных сооружений. Железнодорожный цех Агаркова Виктора Алексеевича, машиниста-экскаватора. Терехова Сергея Сергеевича, начальника. Шикову Елену Павловну, приемоздатчика груза и багажа. Асташова Евгения Всеволодовича, электромеханика СЦБ. Электроэнергетический участок Дмитриева Александра Ивановича, электромонтера. Боброва Олега Викторовича, электромонтера. Амельяненко Александра Ивановича, слесаря. ЦБТ Якунина Александра Михайловича, начальника колонны номер один. Шаповалова Федора Андреевича, водителя БелАЗа. Кононова Сергея Михайловича, слесаря дежурного и по ремонту. Федорова Николая Антоновича. Бугаев Всеволода Петровича. БКПР Ткаченко Валентина Ивановича, контролера. Берникову Валентину Александровну, помощника воспитателя детского сада. КОСК Желибу Ольгу Николаевну, старшую медсестру. Ахрименко Николая Никифоровича, руководителя хора «Верно». ЖКО Лобызнова Евгения Геннадьевича, слесаря-сантехника. Управление Подлетюка Владимира Антоновича,
заместителей директора по коммерческим вопросам. Николаевского Петра Антоновича, начальника отдела материально-технического снабжения. Пологову Наталью Ивановну, инженера-технолога. Лукьяненко Ларису Валентиновну, инженера-конструктора. Сегодня на нашем празднике присутствуют ветераны, чьими трудами создавалась великая слава нашего предприятия. Мы любим вас и благодарим за ваш трудовой подвиг. Наградить почетной грамотой и премировать в сумме 50 гривен ветеранов труда рудоуправления. Караваева Василия Михайловича. Пейн Валентина Николаевича. Рожка Константина Григорьевича. Филинкова Андрея Яковлевича. Павалий Евдокию Михеевну. Тютюника Сергея Павловича. Кощееву Клавдию Кирилловну. Семиглазову Серафиму Андриановну. Валюкову Екатерину Петровну. Как сон, как птица, как ветер. Thank you.
более 10 лет существует на предприятии народный хор «Верность». И сегодня участники хора поздравляют горняков с Днем Металлурга и дарят свои лучшие песни. Музыка Вано Мурадели, стихи Петра Градова. Легендарный Севастополь! Руководитель Николай Охрименко. На сцене народный хор «Верность». Oh!
нашу любимую песню. Музыка Николая Кудрина, слова Владимира Балачана. «Деревенька моя». Много лет совмещают работу на предприятии и занятия в хоре Людмила Витютнева, Ирина Бучкова, Татьяна Кузнецова. Василий Балецкий, Василий Науменко и другие работники нашего предприятия. Завтра вы можете послушать наш прекрасный хор в 18 часов на площадке у Дома культуры. Для вас звучит полюбившаяся всем украинская народная песня «Распрягайте, хлопцы, коней». Thank you.
руководитель Владимир Аулов. Послушайте, пожалуйста, в исполнении. Гармониста, от
почему? Почему? Почему горло не поет? От того, что кто-то любит, горло не встает. В этом году ансамблю «Орион» исполняется 25 лет. Этот большой творческий путь они прошли уверенно и с гордостью. Назовем его «Дорогой длинною». Так и называется следующая композиция коллектива. С праздником вас поздравляет ансамбль «Орион», руководитель Владимир Аулов. Разъедь от тоски. Дорога длинною, по воле лунною, так спеть не той, что далее пить меня. Так столь царинною, так семиструнною, что по ночам так мучила меня. Выходит, пели мы за даром, понапрасну ночь за ночью шли. Если мы покончили со старым, так и ночи эти отошли. Дорога длинною, по доле лунною, нас песни той, что вдаль летит звеня. Нас той старинною, нас семиструнною, что по ночам так мучила меня. Вдаль родные новыми путями, нам отныне ехать суждено. Ехали на тройке с бубенцами, да теперь проехали давно. Дорога длинною, погодой лунною, воскресни той, что даль летит свинья. Постой старинною, пусть и струнною, что по ночам так мучила меня. Спасибо. Вокальный ансамбль «Орион». Вы сможете услышать этот прекрасный коллектив сегодня после гала-концерта на эстраде дискотеки. И вновь перед вами выступают наши любимцы. Ансамбль танца «Радость». Эта хореографическая композиция называется «Ребята и зверята». Yeah.
Как мальчишкой молодым все успевал на фабрике трудиться и с девушкой по улицам бродил. Вам, дорогие наши металлурги, дарят свое выступление фольклорный ансамбль «Посиделки» «Утушка луговая». Колечко мое, золото литое, сердечко мое никем не занятое. Колечко мое, золото литое, сердечко мое никем не занятое. Колечко мое, золото литое, сердечко мое никем не занятое.
мостиком пройдем, пусть узнают все, горняк особо носит гордое имя свое. И друзья твои вместе дамся радость. На сцену городской государственный ансамбль Балаклавских горняков с днем металлурга и дарит им свою.
сейчас, дорогие зрители, для вас поет солистка ансамбля «Черное море». Отчего у нас в поселке у девчат переполох? Ты поднял с позарана, ты так тревожить мог. Рядом она, как морская волна, никогда не...
государственный ансамбль «Черное море». Руководитель Игорь Сенин. На сцене солистка ансамбля Наталья Нестеренко. А на нем молодой капитан на причале с любимой прощался, на причале ее целовал. Расставаться им так не хотелось, но то ли ветер надул паруса, моряки уже взяли за дело, и он ей напоследок сказал: что бы ни случилось, жди, жди, когда и куда жди, жди, когда устанешь ждать, жди, сумей себе сказать, что бы ни случилось. И тогда пройдут дожди, жди, встретимся мы вновь, ты жди, пока жива любовь. И с тех пор каждый день на причале зимний шторм и полуденный зной своего капитана встречала та девчонка, зажженной свечой. Но птицы мною полетали, а потом возвращались домой, а она нежно морю шептала: ты скажи мне сейчас, милый мой, что бы ни случилось, ты жди, когда и куда жди, и жди, когда устанешь ждать, жди, сумей себе сказать, что бы ни случилось, жди, и тогда пройду дожди, жди, встретимся мы вновь, и жди, пока жива любовь. И туда со свечой в руках забрела та девчонка однажды, и светлей стала всем морякам. И с тех пор буры и непогоду говорит тебе каждый моряк: я пройду сквозь любую несгоду, если вижу я этот маяк. Что бы ни случилось, ты жди, когда и куда жди, жди, когда устанешь ждать, жди, сумей себе сказать, что бы ни случилось, жди, и тогда пройду. Пока жива любовь, что бы ни случилось, жди, жди, когда идут дожди, жди, когда устанешь ждать, жди, сумей себе сказать, что бы ни случилось, жди, и тогда пройдут дожди, и жди, встретимся мы вновь, и жди, пока жива любовь. Спасибо. Карнавал, карнавал, на кругу я, и у тихо на очах, ты меня силу во карнавал, карнавал.
Черное море! Святом вас!